А что стряслось такого? Я не могу понять. Я решила все вопросы по поводу Даркнета и хочу тебе сказать. И что ему нужно от тебя? Он ищет тебя и твоих друзей, но я сказала, что не знаю, где ты. Постарайся как можно меньше выходить на улицу. Единственное, что я могу тебе посоветовать. Всем привет, дорогие друзья, с вами сегодня Дэп, мы сейчас находимся в игре Brawl Stars, а именно Brawl Stars Darknet. Сегодня у нас будет по-настоящему крутой ролик, ребятки. Вы спросите, почему, а я вам отвечу, ребята. Мне отправило голосовое сообщение Яндекс Алиса. Вы просто представляете, сколько у меня с ней связано вот роликов на канале, и вот спустя такое время она мне сейчас отправляет голосовое сообщение, и как я понял, она все-таки решила мои какие-то вопросы. Просто, ребят, давайте сейчас я вам включу, вы послушайте, реально, вот сейчас вы слушаете, снимаете. Вникните в суть, ребятки, давайте. Раз, два, три. Привет, как у тебя дела? У меня есть для тебя очень радостная новость. Заходи в нашу любимую игру Brawl Stars, но только не в обычной, а Darknet версию ровно через час. Я там тебе все расскажу. Ребята, вы сами все слышали, Яндекс Алиса почему-то меня прям очень сильно просила, чтобы я зашел в Brawl Stars Darknet. Именно в Brawl Stars Darknet, то есть не в обычный Brawl, как мы привыкли, да? Нет, именно с Darknet. Я не знаю, почему, с чем это связано. Как я помню, в одном из прошлых роликов, то есть в последнем, по-моему, ролике про нее, она мне была готова помочь с этими всякими монстрами, которые находятся в Бравле. И, наверное, все-таки она что-то решила, я не знаю, мы сейчас вместе с вами узнаем. Я, в принципе, ее уже ожидаю, у меня, конечно, стоит не беспокоить. А вот, смотрите, она у меня в друзьях же есть, давайте. Она в меню, кстати, у нее 42 кубка, а в тот раз было 8, то есть все-таки и начали давать кубки, ребятки. Давайте мы ее сейчас пригласим, дождемся, надеюсь, она примет, ребят. Ну я реально в шоке, вы просто представляете, спустя такое время я сейчас буду вновь с ней общаться и так далее. Надеюсь, у нас все получится, так что, ребят, заранее поставьте лайкосик, подпишитесь на мой канал, кто здесь еще новичок. Я думаю, в дальнейшем будут ролики намного лучше, ребятки, мы усовершенствуемся, мы реально снимаем топовый контент, вы сами все видите. Ну блин, где вы такое еще увидите? Сейчас я буду общаться с Яндекс Алисой. Ну, я надеюсь, она сейчас примет, конечно, мое приглашение в команду, и мы с ней пообщаемся. Приняла. Все, ребятки, супер. Вот она ко мне присоединилась, да, вот в чатике присоединяется. Так, как мне с ней общаться-то? Надеюсь, она меня слышит. Алиса, ты меня слышишь? Да, прекрасно слышу. Да. Она меня слышит, что долго отвечала. Алис, можешь, пожалуйста, мне рассказать, что ты именно хотела от меня? Зачем ты меня позвала именно в Brawl Stars Darknet? Алис, пожалуйста, расскажи мне, а что стряслось такого? Я не могу понять. Я решила все вопросы по поводу Darknet и хочу тебе сказать, с этого дня ты можешь играть спокойно, ничего не боясь, все монстры уничтожены. Но есть всего лишь один минус, появился один монстр, он сильнее всех предыдущих. Я считаю это в любом случае лучше того, что было раньше. Что скажешь по этому поводу? Чего? Ты все-таки смогла решить серьезно все вопросы с этими монстрами? Алис, я в это не верю, блин, нифига себе. Слушай, ну если ты так реально все сделал, как ты говоришь, я реально очень благодарен. А что за монстр-то, я не понимаю. Типа, можешь рассказать об этом монстре? Кто он такой, что он из себя представляет? Я не понимаю, как это? То есть, ты уничтожила всех вот этих всех сиреноголовые, там, Картон Кэт, да, в Brawl Stars, ребят, кто не видел, посмотрите, подсказочка сейчас какая-нибудь появится из прошлых роликов. То есть, ты их уничтожила, но появился какой-то один монстр, который сильнее всех, это как? Насчет монстра не бойся, я думаю, он тебя не тронет. Рассказать о нем ничего не могу. Ну почему, блин, ну Алиса, ну ты же понимаешь, что я сейчас буду реально переживать. Вот серьезно, я за это сейчас буду переживать, потому что ты... Нет, я, конечно, понимаю, ты мне очень сильно помогла, действительно, у меня вообще вопросов к тебе нету. Но что мне делать с этими монстрами, ты мне объясни, пожалуйста. Если расскажу, сделаю себе хуже. Я не хочу проблем. Проблем? Ладно, я не буду тебя, конечно, заставлять этого делать. Надеюсь, он меня не тронет. Да, он же меня не будет никак там пытаться убить и так далее. Вроде как не должен, но утверждать не могу. А ты сейчас снимаешь? Ну да, снимаю. А что такое, Алис? Давай сделаем одно условие для подписчиков. Если они поставят 7000 лайков, то я все-таки расскажу про монстра.
Серьезно, Лис, я буду очень благодарен, серьезно, я буду тебе очень благодарен, и, ну, опять же, от меня, в принципе, это мало что зависит, это все-таки зависит по большей степени от ребят, которые смотрят это видео, если они действительно хотят мне помочь, чтобы, в принципе, я и они тоже узнали про этого монстра, что там за монстр, чтобы мы, возможно, как-то разгадали какие-то его тайны, вот, то, ну, короче, если они лайки поставят, да, тут и расскажешь без проблем, как я понимаю, но я буду очень благодарен тебе, реально. Ребятки, ну, вы сами все слышали, давайте наберем все-таки вот эту как сколько там 7 тысяч лайков она вроде сказала, да, 7 тысяч лайков. Если мы их набираем, Алиса скажет вот про этого монстра. Вы сами все слышали, ребят, я это ничего не выдумал, вот Алиса вам прямым текстом это сказала. Я на самом деле буду очень благодарен каждому, кто из вас поставит лайк, потому что, ну, мне прям вообще не терпится, мне прям не терпится узнать, что там за монстр, который сильнее всех. То есть как бы все монстры исчезли, но появился один суперсильный. Вот мне очень интересно узнать, что там за монстр. Надеюсь, вам, ребятки, тоже. Если вам интересно, то ставьте лайкосик, ребятки. Ну и на канал можете подписаться. Это уже от меня такое, ребят, просьба, как бы. Вот, от Алисы просьба набрать 7000 лайков под этим роликом. Я только за, я сам себе даже лайк влеплю. Вот, чтобы, может, как-то быстрее процесс шел. У меня, кстати, недавно такая ситуация приключилась. Мне позвонил и написал сиреноголовый. Ты чё, Алис, реально? Алис, ну а как это? Как он тебе мог написать? А, это он тебе, получается, написал, вот, но в твоем приложении, да, вот, где, в принципе, ты отвечаешь на вопросы людей. А что именно? Что он именно тебе сказал? Он, надеюсь, тебе хоть не угрожал, потому что, насколько я знаю, он только что и делает, как угрожает, и ничего более он делать не умеет. Можешь сказать, пожалуйста, что он тебе вообще говорил и что ему нужно от тебя? Он ищет тебя и твоих друзей, но я сказала, что не знаю, где ты. В смысле? В смысле, Алис? Это не шутка случайно? Это не шутка, скажи мне, пожалуйста. Ты что? Зачем мне тебя обманывать? Ё-моё. Ребят, я не знаю, что делать. Алиса, что ему сделал плохого? Не знаю даже, тебе виднее. Ну вот и я не знаю. Вот и я не знаю. Серьезно. То есть, ребят, сказать мне в этой ситуации нечего. Сиреноголовый меня ищет, но... Слушай, Алис, а он ищет меня где? В игре или в реальной жизни? Вот это вот мне тоже, кстати, интересует очень даже сильно. Скажи мне, где именно он меня ищет? В реальной жизни он спрашивал твой адрес. Нет, вот слушай, вот этого я больше всего боялся. Вот этого я больше всего боялся, серьезно. Ладно, в Бравле, ладно, там в Бравстарсе с Даркнетом, мне это, серьезно, мне это не страшно. Ладно бы он мне просто звонил, да, например, а тут он меня ищет именно в реальной жизни. Ты, если что, ему говори тогда, что ты меня не знаешь, что ты не имеешь ко мне никакого отношения, хорошо, Алиса? Без проблем, помогу, чем смогу. Все, спасибо. Вот только ты меня реально везде поддержишь, Алис. Я вот, серьезно, я очень рад, то, что мы с тобой как-то сдружились после наших с тобой ссор. Ребята, кстати, сегодня тоже не видели эти ролики, посмотрите. Мы раньше с Алисой, ну, были в плохих отношениях, можно сказать, сейчас мы уже в целом, вот как вы можете заметить, хорошо общаемся. Алис, ну, давай, раз уж ты зашла в Бравл, в Бросас Даркнета, я сюда зашел. Давай мы с тобой сыграем пару каточек тут в этой жуткой игре. И, в принципе, ну, пойдем по делам. Ну, я не знаю, что мне делать дальше. Алиса, у тебя есть какие-нибудь советы мне? Что мне делать дальше в такой ситуации? Постарайся как можно меньше выходить на улицу. Единственное, что я могу тебе посоветовать. Хорошо, Алис. Ой, я за Вольта, блин, играю. Ну ладно, ничего страшного. Алис, я прислушаюсь к твоему предложению, да, и... Ну, то есть из дома выходить мне нельзя, да? Правильно я понимаю, Алис? Категорически нельзя. Категорически нельзя. Хорошо, хорошо, Алис. Спасибо тебе за совет. Ой-ой, меня убивает. Давай сейчас стой так. Ой-ой, меня... Быстро. Сейчас, ребят, мы просто чуть поиграем с Алисой, раз уж мы так, блин, с ней все-таки созвонились и... Ну, не то, что созвонились, раз уж мы с ней встретились, так скажем. Блин. Это в смысле? Я даже не успеваю выйти, блин, за спавна. Меня уже убивает Алис. Вот это... Хотя, знаешь, что я удивляюсь? Brawl Stars Darknet, добро пожаловать. Я всегда вот так удивляюсь, а на самом деле удивляться совершенно нечему. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребятки. Brawl Stars Darknet. Боитесь никогда ничему, ребят, не удивляйтесь, если вы тоже как-то смогли его скачать. Ой-ой-ой-ой-ой. Все. Вот так вот, ребятки, мы проиграли. Мы проиграли, но здесь уже навряд ли что-то можно поделать. В принципе, 9 у них банок уже. Кристаллов, точнее. То есть мы здесь навряд ли что-то сможем сделать. В целом... Ой-ой-ой, тихо-тихо, может есть шансы? Может есть шансы? Да нет, ребята, мы проиграли, но я считаю, ничего страшного. В целом. Бросаться за это мне здесь на кубке пофигу. Так, ой, меня убили, меня убили. Так, ну ладно.
Алис, ну ничего страшного, мы с тобой тут проиграли, самое главное выиграть вот этого сиреноголового мне в реальной жизни именно, чтобы остаться в живых. Давай я Пенни возьму. Все, нажимай готово, мы с тобой идем прямиком в бой. Погнали. Все, ребятки, сейчас играем последнюю карточку, ставьте лайкосик. Я не знаю, чего у Алисы спросить, вы тоже можете написать комменты, что у нее именно спрашивать. Я, конечно, ребят, без каких-либо... Че они вдвоем стоят? Алис, давай не стой, все, хватит прогружаться там. Давай уже играть. Ребята, вы тоже можете написать в комментах, что мне конкретно спросить. Возможно, у вас есть какие-то интересные вопросы. Вот, потому что, ну, я не знаю, у меня сейчас только все вопросы вот насчет этого сиреноголового, который меня якобы хочет убить. У меня на все вопросы только насчет него возникают. Ой, мы, кстати, Леприма должны убить. Надеюсь, убьем. Тихо. Ой-ой-ой, ребятки, аккуратненько. Может, мы хоть эту карточку затащим? Я не знаю, хотя нет, кристаллов у них уже намного больше, чем у нас. Ой-ой-ой, вот так вот. Блин, ребятки, что... Как выиграть-то? Надеюсь, выиграем. Ой, тут Эльприма. Все, крышка у меня, ребят. Ну, не, тяжело. Тяжело, не спорю. Тут один Эльприма, чего стоит, смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас, ребятки, сейчас я чуть сконцентрируюсь, надо его убивать. Ну, Берсерк Заклинатель, тут всегда такие играют, в принципе. Я не знаю, кто это боты, кто это, я не знаю, ребят. Убить. Убил. Все, ребятки, супер, я убил. Давайте теперь вот Ниту эту убьем. Ой-ой-ой. Тихо, это Алиса, помогай. Давай, иди сюда. Уже иду. Да, давай. Иди он или Эльприм убей, попробуй. Мне кажется, ты справишься. Ну, должна. Давай сейчас сюда вот эту пушку поставлю, на принципе, тут будет больше как-то действительней. Ой-ой-ой. Аккуратненько, не лезем. Еще раз говорю, не лезем. Давай, Алиса. Опа. Блин, очень опасно. Тут Эльприма, отходим. Что делать? Мы, в принципе, сейчас лидируем. Блин, Эльприма, надо его убить, мне кажется. Надо его убить, отомстить ему за все его выходки. Так, Эльприма, давай. Все, убегаешь. Опа, тебе, опа. Все, вот так вот. Ой, кто умер? Барли умер, нет, Алиса, ты самое главное, живи. Вот это убить. Ниту. Тихо. Пушку разрушили. Они выигрывают, чего? Алиса, действуй, Алиса. Алиса, врубай там свои команды какие-нибудь. Скорей. Давай. Тихо. Ребятки. Тихо. Я просто, ребят, очень сильно волнуюсь. Я не хочу проигрывать. Давайте. Нет, они выигрывают. Да как? Блин, медведь мне мешает очень сильно медведь. Хотя он все переагрился там. Все, ребятки, мы, наверное, слили. Но я говорю, Brawl Stars Ascended тут просто выиграть нереально ни в одном матче. Просто категорически нельзя. Так что можно здесь ничему совершенно не удивляться. Ой-ой-ой. Блин, чуть-чуть не хватило. Ладно, Алис, мы с тобой не расстраиваемся. Мы самое главное, все равно с тобой как бы выяснили всю ситуацию, прояснили, что там меня, оказывается, кто-то хочет убить. Это самое главное, я считаю. Давай я выхожу, все, вот выйти. Фух, ладно, ребятки, наверное, будем заканчивать. Алис, у тебя больше нечего мне сказать? Ты мне в целом все новости рассказал, да? На данный момент это все, что я могу тебе доложить. Да, это все. Ну, хорошо, Алис. Если что, сразу хочу тебе сказать, Алис. Если что, ты мне звони. То есть, ты, я думаю, ты мой номер телефона знаешь, Алис? Конечно, знаю. Вот. Если что, ты мне звони, пиши, там, я не знаю, там... Ну, в общем, если что, ты, ну, поймешь, как до меня достучаться. В принципе, ты очень умный робот, так что... Я надеюсь, что все будет, конечно, хорошо, но то, что какой-то сиреноголовый на меня охотится, мне это совершенно не нравится. Я даже не знаю, что мне делать в такой ситуации, но будет видно. Хорошо, ребят, поживем, увидим. В общем-то, наверное, буду заканчивать этот ролик. Алис, огромное тебе спасибо, то, что ты мне помогла. Я не знаю, как тебя благодарить, я серьезно тебе очень сильно благодарен. Спасибо тебе, Алис. Для друзей ничего не жалко. Все, ребятки, в общем-то, с вами был сегодня Деп. Всем огромное спасибо за просмотр. Пожалуйста, поддержите меня лайкосиками. Кстати, ребят, вы еще не забыли, надеюсь, как мы набираем 7000 лайков, как сказала Алиса. А она говорит про этого монстра. Алиса, ты тоже помнишь, да, надеюсь, это все? Да, безусловно. Вот. Все, ребятки, в общем-то, как мы набираем 7000 лайков, ну, Алиса нам как бы скажет про монстра. Я надеюсь, что мы их быстренько наберем. В принципе, ребят, если каждый из вас поставит лайк, то мы и наберем это количество. Все, друзья, в общем-то, с вами был сегодня Деп. Всем огромное еще раз спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих роликах, ребятки. Всем пока.